У нас образовалась структура, называется Росреестр. Росреестр, где зарегистрированы все наши права на квартиру, там, на машину, на землю и так далее, и так далее. Все наши права зарегистрированы там. Раньше нам выдавали свидетельство о собственности. Бумажка такая с гербовыми всякими прибамбасами. Этот период закончился. Все. Теперь объявлено летом этого года, принято решение, что единственным свидетельством того, что вы чем-то владеете, является запись вот в этом Росреестре. Запись. И если каким-то образом эта запись исчезает, или в регистрационном деле появляются какие-то там другие документы, вы просто лишаетесь собственности. Вы можете даже об этом не узнать. Нет, как получилось, как получилось у меня. У нас был дом в совместной собственности. Один собственник выделился из четырех собственников, три собственника со собственниками остались. И под этим соусом, якобы они там не поняли решение, Росреестр тихо, никого не оповещая, исключил этот дом из реестра. А потом, это значит, первое, это Росреестр, и мошенники появляются. А мошенники используют эту ситуацию, они приходят, стоит дом, они его сносят, строят свой. Когда ты обращаешься в суд, там следующее, подвязывается судья к этой корпорации. Мол, типа, дайте документы, раз документы, а у вас дома нет этого, он не зарегистрирован. Ну как, вот у нас свидетельство о собственности есть, вот у нас там технический план, у нас все документы там за 40 лет существования этого дома, все есть. А в Росреестре нету, поэтому какие претензии к тем, кто разрушил дом? Они-то не знали, у них вот бумажка, нету в Росреестре здесь ничего. Стоит какая-то халупа, мы взяли ее и разрушили, построили свой дом. Хорошо, дальше как-то к справедливости должны подойти, вот, ну, вот там, обломок дома остался, он там в руинированном состоянии. Как судья должен быть? Ну, как компенсируйте нанесенный вред. Вы, может, вы не знали, но вы же построили на этом месте, вы воспользовались ситуацией, которая незаконно там была создана. Претензий, во-первых, к Росреестру никаких. Это как бы святые люди. Вот. К тем мошенникам, которые построили новый дом и сказали, ну, мы строили здесь, о чем мы ничего не знали. Ну, как бы как можно, разрушая предшествующий дом, ничего не знать о том, что этот дом существует, вот он есть. В Росреестре его нет, но он существует, у вас на глазах стоит. Они тоже люди без страха и упрека. Здесь подвязывается четвертый участник, это эксперт. Эксперт – это обычно приятель судьи. Он выезжает на место, быстренько все осматривает и пишет, ну, никаких проблем, пользоваться участком можно, никаких разрушений нет, там вплотную построено. Ну, знаете, что если соседний участок, надо отступить, там какой-то норматив есть. Там никакого отступа, прямо по границе стена стоит. Можно пользоваться, никаких проблем нет. То есть все то, что вот там я в исковом требовании заявил, все это не имеет никакого значения, все в порядке. Судья мгновенно принимает решение. Все исковые требования отключить. То есть весь ущерб, который нанесен, сломанный дом, там, это не имеет никакого значения. Вот мы пришли к какой ситуации, что возник механизм отъема собственности, массового отъема собственности. Тем более, как вот здесь, не знаю, проверить, конечно, стоило бы, по Москве база данных по собственности в результате пожара исчезла или полностью, или частично. Вот как ее потом будут восстанавливать? И вдруг к вам придут и скажут, что вы живете в квартире незаконно, потому что в Росреестре вашей записи нет, а уже есть другие собственники, которые купили, перекупили за предшествующие там 10 лет, 10 раз перекупили, как вот в моем случае с этим участком. Ну, да, но только в Росреестре вашей записи не будет. А у вас будет какая-то бумажка, какое-то свидетельство приватизации. Документ, он не является все равно. Вот, не является уже. Я, кстати, ходил тоже, пытался. Вот у меня бумажка тоже перерегистрация. Мне сказали, давайте вашу бумажку, мы там восстановим какую-то запись. Все-таки не в Москве, это какие-нибудь. Сейчас вот, это, ну, это дачные участки, это самое удобное. Самое удобное. Сейчас пойдет в АП. Да, самое главное создать прецедент. То есть, если вы не позаботились о том, чтобы восстановить свое право собственности или еще раз подтвердить, то вы можете нарваться на то, что несколько лет назад ваш участок там или ваша квартира перешла к другому собственнику, а тот ее продал, а тот еще раз продал. И вы оказываетесь в ситуации, когда на вашу квартиру, у меня вот там три этажа ниже, такая ситуация, да, вот там кто-то что-то полквартиры куда-то продал, и человек приходит и взламывает квартиру, говорит, я здесь живу. Вот и все. Извините, вот. А как мы можем продать?
Я говорю, в Росреестре подделка. И это пустячок, когда это касается вас. А наш, один из наших соратников, нам, он многие годы участвует в защите поймы канала «Волга-Москва». И там огромный кусок земли. Подтасовали, там же в Росреестре, регистрационное дело, подменили, всунули туда какую-то экспертизу, что земля это не государственная. Эту землю тут же стали застраивать, жители возмутились, соседние подали в суд, а там та же самая схема, то есть подделка в Росреестре, этот самый, то есть жулики в Росреестре, в местной власти. Да, они спелись, тихонечко все там подменили. Потом граждане, если они есть, активные такие граждане, подают в суд. Судья играет ту же самую игру, снова обращаются к экспертам, судебно-строительная экспертиза. Суд говорит, то есть, а эксперт говорит, да нет, все нормально, я выехал, вот моя экспертиза, судья, ну я же верю эксперту, на слово верю, уважаемый человек, все, вопрос закрыт, отторгнута огромная собственность. Более того, государственный орган уже там какой-то там областной подает в суд и говорит, так это же государственная земля. Им говорят, нет, все уже там вот в реестре уже купли-продажи, все там произошли по нескольку раз, все это уже не принадлежит государству, вот добросовестный собственник возник, но вы судитесь с ним, как вы с ним будете судиться, непонятно. Вот, то есть и эти тяжбы многолетние, а там стройка уже идет, там все захвачено и идет это вот рыночный механизм. Это вот то, что возникло сейчас. И я вам говорю, как... Квартиры разные есть, ну ладно, квартиры как бы до этого дела еще не дошло. Дойдет. Да, дойдет дело. Судьи решают очень просто. Вот смотрите, я судьи, не было извещения. В течение трех судов, последних, вышестоящие суды апелляционно отменяли решение местных судов, потому что мы не были извещены о проверке, о составлении протокола. То есть это нарушение, да? И вдруг на четвертом суде появляется извещение спустя почти год, понимаете? И здесь трудно было уследить за этой манипуляцией, поскольку съемка была запрещена. И здесь заболтала эта судья. И значит, когда мы приезжаем в Кемерово, в апелляционный суд, я говорю, там извещения нет, мы не были извещены, ну, должным образом. Она говорит, как нет? Вот есть, пожалуйста. Открытые рты. Она говорит, то есть в течение там года не было, в течение трех. Росписи нету, вам направляли. Вот, с почты. Нет, направляли, сейчас они принимают, значит, вы не получили, значит, но вам направляли, она говорит. Ну, вот есть извещение от такого-то числа. Я говорю, его не было. И, значит, на основании этого три апелляционных суда отменили решение нижестоящих судов. Она говорит, ну сейчас есть, я вот здесь вижу, вот здесь посмотрите. Не дошло, это фабрикация, это понимаете, вот, когда судья сидит и фабрикует дело. О чем Андрей Николаевич говорит? О том, что, ребята, может быть любое судебное решение принято, любое абсолютно, и вы уйдете с открытым ртом.